В Радищево прошла пятая стратегическая сессия «Движение вверх». Ее участниками стали почти полсотни жителей района, общественники, активисты, предприниматели. Те, кому не безразлично будущее родного края. Работа на сессии началась с ожиданий. Участники высказались, что именно они ждут от встречи. Понять, как развивать район, сделать, чтобы молодежь оставалась жить и работать на родине, увидеть ошибки, выявить плюсы и минусы уже действующих планов развития, заимствовать положительный опыт и научиться видеть потенциал развития. В Радищево приехал и экс-губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Он поделился собственным опытом воплощения в жизнь смелых планов, касающихся развития региона. Я сторонник того, что нужно мечтать. Мечтать нужно, да, потому что мечтать двигает весь прогресс. Мечтать нужно, потому что вокруг тебя в результате появляется большое количество сторонников. А это значит, что это дает возможность объединять большее количество людей. Общее обсуждение, мозговые штурмы, формат стратегических сессий, которые до сентября пройдут во всех муниципалитетах Ульяновской области, выбран не случайно. В бизнесе это один из самых действенных инструментов. В ведущих компаниях их проводят до 3 раз в неделю. Такой опыт, несомненно, будет полезен и для региона. Я надеюсь, что по результатам сегодняшней сессии выработаются определенные векторы направления, именно по развитию нашего муниципалитета, как нашего муниципалитета, так и целиком Ульяновской области. На мозговых штурмах в группах, а в Радищево их было 5, описывали будущее района, анализировали, что мешает воплощению планов в жизнь и решали, как именно исправить ситуацию. Все это в итоге дает не только ценную информацию, которая будет учтена при составлении стратегии развития Ульяновской области, но и чувство сопричастности. Главный лейтмотив стратегических сессий – только жители определяют, куда двигаться дальше. А сегодняшняя сессия очень актуальна, потому что на сегодняшний день идет разработка стратегии до 2030 года. И здесь собрались как раз люди, которые неравнодушны и которые принимают активное участие в наших идеях. Действие развивалось по законам командных игр. Участникам сессии предложили представить себя в будущем в подробностях. Что их окружает, что они видят, что чувствуют. Далее начался мозговой штурм. Каждый предлагал по 3 идеи, как улучшить ситуацию в разных сферах. Демография, благоустройство, образование и прочем. Все инициативы вносились на командное обсуждение, а лучшие идеи прошли в финал. Их будут защищать перед экспертами. То, что останется в итоге, войдет в новую стратегию развития Ульяновской области. А руководители районов получат ответ на главный вопрос – туда ли они двигаются, разрабатывая планы развития подведомственной им территории. Такой формат работы, напомним, предложил ввести в практику руководитель региона Алексей Русских.